промо-компания «Бирпоинт». Сеть пабов «Бирпоинт» — это рай для мужчин. Баварские сосиски, жареные кольца лука, деревянная скамья, шумные мужские компании и запотевший бокал пива. Один из пабов сети «Бирпоинт» находится в развлекательном центре «Блокбастер», где большинство посетителей — семейные пары. Роллер-дром, развлечения на аттракционах, ледовый каток или кинотеатр не предполагают совместного похода в паб. Поэтому посещаемость данного заведения значительно ниже, чем в среднем по сети. Хотя мужчина был бы и рад пропустить бокальчик другой, но он же пришел в «Блокбастер» с дамой и понимает, что любая попытка намекнуть на отклонение от курса в сторону пивного заведения будет встречена в лучшем случае негодованием, а в худшем — скандалом. Чтобы помочь мужчинам, мы решили превратить женщин из противников пива в наших союзников. Пусть они сами станут инициаторами похода в паб. Наши промоутеры подходили к парам и вручали женщинам один из двух флаеров. Мы брали посетительниц «Блокбастера» лаской и подкупом. Ласковый флаер – вся правда о твоем мужчине. Твой мужчина – самый лучший. Он мог весь день проваляться на диване, но привез тебя в «Блокбастер», чтобы ты хорошо отдохнула. Отведи его за это в паб «Бирпоинт», он это заслужил. Подарочный флаер «Вишневая взятка». Милая, будь другом. Отведи своего мужчину на пиво в паб «Бирпоинт» и получи в подарок бокал вишневого «Тиммерманс Крик». Наша мужская хитрость сработала. Паб заполняли улыбчивые парочки, и вечер для них только начинался. Зашли в это заведение первый раз. Попробуйте. Ну, вообще, супруг любитель. Сейчас попробуем мы, а потом будем. Дело не все закончится. Промокомпания сделала счастливыми и мужчин, и женщин, и владельцев заведения. Посещаемость «Бирпоинта» в «Блокбастере» выросла на 26% и сравнялась со средним показателем по сети.